Сегодня в Чебоксарах простились с председателем Союза женщин Чувашии Ольгой Зайцевой. Женщина с сильным характером. Так говорят про Ольгу Зайцеву. Уроженка Донецкой области Украины, она считала Чувашию второй родиной. На протяжении многих лет была бессменным руководителем и вдохновителем женского движения в республике. Она объединила всех чувашских женщин в одну семью. Все, собираясь вместе, делали одно дело. Такая энергичная, трудолюбивая. Но она очень любила жизнь. Все время говорила, надо жить. И надо жить на благо дела. Она всегда находилась в гуще событий. Была депутатом Новочебоксарского городского собрания и Госсовета Чувашии двух созывов. Возглавляла комитет по социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту «Союз женщин Чувашии». Ушла из жизни наша наставница. Она была настоящим бойцом и показала пример твердости духа. Она учила нас находить выход из любой ситуации. Она дарила такой оптимизм. Вот, Ольга Юрьевна для меня была вот тем человеком, который, ну, помогал мне просто вот поверить в себя и двигаться дальше. Радоваться жизни и двигаться дальше. Этому принципу Ольга Зайцева следовала всегда. А любовь и уважение к человеку, сохранение нравственных ценностей считала самым главным. Ее добрые дела навсегда останутся в памяти жителей Чувашии, а все задуманные ею проекты обязательно воплотятся в жизнь.